Вітаючи при слідуванні справ на програмі радіо телевізії Стара Пазова. Дніс сапіше 15 юла року 2021. Предприступове фонди і ПАСУ НАТО, аби помогли Србску ускуточнить урчите реформи а цілі, а зрихлить його цесту к членству в Європській унії. Вигласив то шеф делегації ЕУ в нашій країні Сем Фабриці, який говорив о вислідках а можностях споменутих фондов в нашій країні. А й президент Олександр Вучич сугласив з тим, що є фінансна підпора Європської унії прострідництвом предприступових фондов визнамна, лебо са прострідки з них виуживаю на урихлені реформ, аби са дошло гу конечному цілю, а то є членство в Європському зв'язку. Подля глави нашого штату, Србсько си важи каждое евро, которе достане з унії, а зотповедне се справа в очі помоці, кторе достава. В нашій країні знову маємо тройциферне число наказаних коронавірусом, причому почет хворих стале ступа. Одборниці су пресвідчені, що є перед нами нова епідемічна волна. Єдиний спосіб, ако їй предисть, є заочкувати чим в'яць особ найме младіже. Подля м'єнки кризового штабу, дотераз є вакцинованих іба 17,5% обивательства во веку 18 аж 30 років, що є найвечим проблемом при колективній імунізації популяції. Президент Олександр Вучич визвав здравотних працівників, аби чим скор розгодли о уплатненні третьої давки вакцини, а прескумали можливість одну особу заочкувати розличними вакцинами. Додав, що того часу диспонуємо з 1 300 000 очкуваних давок, а прето з тохто аспекту не екзистую жадне проблеми. Доконця Србсько задоважило ай очкувацію латку значки Moderna, ктора буде к диспозиції од октобра. О ніколько дні в домацей превацке зачну вирабать ай чинську вакцину. Тенто рок є вельми непрайний пре пчеларов, а урчиче си го буду длго паметать. Пчели не випродукували достаточне мноштво меду, также виноси буду мінімальне. Потребне є вшак, аби са ай штат троху в'яц засадзовал о пчеларов, аби са пчеларство в нашій країні могло розвіять в позитивном смере. Войводжіна овпливаюця луками, а лесми мала вжди вгодне подмінки на хов пчел, а пчеларство було добрим здроєм приймов. Цена меду є около 800 динарів за кілограм, з чим су виробцовія релативне спокійні. Ministerka kultúry Maja Gojkovičová pri otvorení konferencie venovanej kultúre Srbska 2023 vyzvala všetky zainteresované miestne samosprávy, aby v období 2. augusta až 2. septembra sa uchádzali o tento projekt. Podľa jej slov, väčšina miestnych samospráv u nás má naozaj veľké problémy s výstavbou infraštruktúry v kultúre, už či ide o obnovu existujúcich objektov alebo výstavbu celkom nových. Aby sa zveľadil proces decentralizácie kultúry, vypracovaný je program Sídelné mesto kultúry Srbska 2023 podľa vzoru Európskeho sídelného mesta kultúry, vyhlásila ministerka Gojkovičová. Základným cieľom projektu je podporiť miestnu samosprávu pri kultúrnom rozvoji a schválení stratégie toho rozvoju na miestnej úrovni. Podľa posledných údajov správy hraničnej polície na hraničnom priechode Chorgoš osobné automobily pri výjazde z našej krajiny čakajú pol hodiny a pri vstupe sa čaká hodinu. Za uplynulých 12 hodín do našej krajiny cez tento priechod vstúpilo 3000 vozidiel a okolo 12000 cestujúcich, uvádza RTS. Aj na Kelebii sa čaká okolo pol hodiny v oboch smeroch. Treba mať na zreteli aj to, že cestujúci na maďarskej strane čakajú aj niekoľko hodín, čo vytvára veľké zápchy. Podobná situácia je aj na priechode Gradina smerom k Bulharsku, ako aj na hranici s Chorvátskom v Batrovici. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Soči prebieha svetový pohár a na tejto elitnej súťaži, ktorá sa začala 10. júla, Srbsko predstavujú štyria hráči. Okrem štátnej majstrovkyne Teodory Iniec, ktorá bola trikrát štátnou majsterkou v konkurencii šachistiek, do druhého kola svetového pohára postúpil aj veľmajster Alexander Indič zo Starej Pazovy, šachisti Velimír Ivič a Ivan Ivaniševič. V následovnom kole Indič bude hrať proti Salem Saleha zo Zjednotených arabských emirátov. Salem je 2 roky starší od Indiča a je 55. hráč sveta. V noci sa očakáva dážď a miestne lejaky. Zajtra sa budú striedať slnečné a oblačné obdobia s krátkotrvajúcimi prehánkami. Meteorológovia popoludní nevylučujú ani miestne búrky s krupobytím. Teplota trochu klesne a bude príjemnejšie. Vietor slabý až mierny juhovýchodný, otočí neskoršie na východný a severovýchodný. Popoludní v oblastiach, kde bude pršať, vietor trochu zosilnie a otočí na juhozápadný. Ranná teplota bude vynášať 24 stupňov a denná do 36 stupňov Celzia. A na dnešné správy toľko. Vám vďaka za pozornosť.